хочу покрасить брови. Мне понадобится краска, трафареты и еще кое-что. Я воспользуюсь именно краской. Я удалю то, что у меня сейчас накрашено, с помощью спиртосодержащих веществ. Настолько спиртовая с мятой. Все тени, всю косметику, которая... Раньше я не удаляла, наносила прямо на тени, потому что делала это с помощью как раз трафарета, нанеся тени по трафарету, а потом уже кремом и краской. Сегодня я использую совсем другой метод. Это будет скотч. Я воспользуюсь для того, чтобы покрасить брови, скотчем. Задача наша простая. Выбрать нужный трафарет. Вот такая вот будет у меня форма. Все, что мне нужно, это просто приклеить скотч. Вот таким образом. Сначала мы наклеим на один глаз, потом на другой. Воспользуемся ножницами, чтобы вырезать по трафарету. Сначала вот так, чтобы нам было удобнее пользоваться, вырежем вот здесь. Все очень просто. Малярный скотч наклеили на трафарет. Теперь острым ножом. Вот у меня острый нож. Очень аккуратно. Наша задача, чем аккуратнее мы сделаем, тем красивее у нас получится брови. Он очень легко скользит по бумаге, поэтому главное прижимая как можно плотнее к нашему трафарету, просто вырезать нужную форму. Вот так получилось. Теперь отрываем, приклеиваем на кожу. Я вырезала и наклеила. Ну, подобрала несколько раз туда-сюда, пока не нашла нужный вариант. Проверила начало, то есть по краю носика и по внутреннему углу глаза. Проверяем начало. Ну, где-то вот так вот. Начало нашей бровки. И по наружному вот так вот носика. Наружному углу глаза. Вот это пространство мы будем красить. Теперь делаем вторую. Вот так наклеиваем, потому что это у меня будет правый глаз, соответственно, клеящая сторона должна быть вот сюда вот. Вырезаем. Сейчас я еще подрежу ножничками. Отклеиваем. Подрезаем вот эти вот края. Кисточку. И будем красить. Краска. Вот эта краска мне понравилась, коричневая. Я буду пользоваться ей. Я уже знаю, сколько мне надо, чтобы покрасить на один раз. Это буквально чуть-чуть. Вот такое количество. Чуть побольше горошины. Сюда мы капаем 4 капли оксиданта. Ровно 4 капли. Размешиваемся. Хорошенечко перемешиваем кисточкой. И сейчас будем наносить на наши брови. Будем держать 15-20 минут. Тут, конечно, не составляет труда красить. Что тут
Крась да крась.